здоровья, счастья, красоты, успехов, чтобы детки радовали, чтобы в семье вас любили, ценили и обожали. Вы все умницы и красавицы, в наше тяжелое время все справляемся, все молодцы. Так что счастья, праздник вам. Пожалуйста, отключите звуки телефонов и поддерживая наших девушек. Готовы? Цвет наш начинать. Весна приходит в гости к нам. А вместе снег и праздника. И мы исполним песню с ребятами. Весна стучится в окна. Yeah.
Танец полька. Девочки, мальчики. И все на них летят и улыбаются. Дорогие дети, давайте нашим гостям подарим необычные веснушки. Поэтические, танцевальные, лирические. Пусть они прибавят нашим мамам и бабушкам хорошего настроения. И ко мне выходит Даша, Вероника, расскажите, какой они про веснушки. Раз, два, три веснушки, раз, два, три веснушки. Посмотрите, у подружки на носу сидят веснушки. У меня веснушки, чудо конопушки. Я по улицам хожу, солнышком дышу. Вместе будем их считать. Раз, два, три, четыре, пять. И первая наша веснушка поэтическая прочтет стихотворение «Подснежник» Дубкова Маруся. Настал веселый, светлый, чудесный маленький день. Скоро слышу и печут песни. С утра свинит капель. Иду окрам леса и вижу под кустом молоденький подснежник с голубеньким глазком. Он виснет, где веселье, прозрачно голубым. Снежинки тихо тают на лепестках лесных. Днем родников прохлада присылали лесу. Я мамочке подарок его преподнесу. Наши подружки веселушки. Красивая веснушка. Появилась первая наша красивая веснушка. Следующая веснушка у нас песенная. Мы исполним для мам песню «Мамины морщинки». Мамины морщинки, стона паутинки, сами чай есть, и к мамочке прижмусь. С виду неприметный, только мне заметный. Радость и грусть, радость и грусть.
Вечеринка у нас будет музыкальная. Оркестр «Веснушки». Входи. А это красивые веснушки. Дай мне подружки-веселушки. Правда, ребята? Мы не сразу и не вдруг развиваем детям слух. Чтобы звуки различать, надо с ними поиграть. Поиграем с нами, дорогие мамы. Приглашаем, мамы. Мамочек, приглашаем. Повтори ритм. Нет, мамы на пульчике Нам на праздник явилась собственной персоной старуха Шипокляк.
какие грубости, старуха! Я, между прочим, очень даже еще ничего. Симпатичная дамочка. Просто я пока к вам торопилась, слегка припылилась и растрепалась. Интересно, а зачем ты к нам спешила? Как зачем? Я же к вам на праздник пришла. Вы меня даже позвать пригласили, забыли. И вообще, что это за грубости и непристойности, где вас только воспитывали? Во-первых, и я не старуха и прошу обращаться ко мне на «вы». А во-вторых, у меня для маленьких и миленьких, чудных детишек есть много веселеньких, хорошеньких советиков. Ну а в-третьих, я надеюсь, вы заметили, что я умница, красавица. Так вот, маленькие умненькие детишечки, доставайте ручки и записывайте веселые, ой, дедок мои, добрые советики от мадам Шапокляк. Внимание! Есть верное средство понравиться взрослым. С утра начинайте орать и сорить, подслушивать, хныкать, по дому носиться, легаться и клянчить подарки у всех. Помните, хитрите. Как-то нет, дразнитесь и выйти. А к вечеру вдруг перестаньте на час. И сразу с улыбкой растроганной глядя, все взрослые скажут на вас и по головке погладят: какой замечательный мальчик или девочка. И нет у нас свете ребенка прекраснее вас. Вот. Ребята, разве нам такие советики подойдут? Нет! Как это нет? Вот так, уважаемая, такие советики нам не нужны. Подумаешь. Лучше послушайте наш концерт. Я с удовольствием. Только я люблю не слушать, а подслушивать. Не смотреть, а подсматривать. Поэтому я сейчас какие манеры. И буду все отсюда подслушивать и подглядывать. Ребята, начнем? Продолжим наш концерт? Смотрите внимательно. Это выбранная веснушка. Загадочно. Я думала, вы без труда отгадаете эту загадку. Папины мамы, мамины мамы, самые лучшие, добрые самые, пекут пирожки и жарят оладушки. Мы называем их ласково бабушки. Посмотрите, пожалуйста, замечательную сценку про внучку и бабушку. Ноги к ним помчались сами, в кухню все ведут пути. Ну а там хозяйка пышет плюшек, саней, пирогов. Вся румянцем так и пышет, хороша без всяких слов. Подскочу к ней словно мячик, дай бабуля пирожок. Дам один и два в придачу, кушай. Кушай, мой дружок. Я бабулю обнимаю, прижимаюсь к ней щекой. Знаю все на белом свете, нету бабушки такой.
Чем хвалиться. Вот и я вас сейчас научу. Внимательно слушайте. Когда состаришься, ходи по улице пешком, не лезь в автобус, все равно стоять придется там. На свете мало дураков, кто место уступает, а к тем далеким временам не будет их совсем. А если тебе никто не уступит место в автобусе? Мне? А я в автобусе и не езжу. Очень надо. Я люблю с ветерком на подножке, без билетика. Оно и видно. Такая растрепанная к нам на праздник явилась. Опять грубости. А мы продолжим наш концерт. Подарим песенку для наших бабушек. Молодая бабушка. Вы еще и петь умеете. Конечно. И ты танцевай. Говорят, нет.
постели, все умылись и поели. Сколько можно повторять, что пора тебе вставать? Я умылся, чисто смыла. Мама сразу похвалила. Вот теперь, сынок Андрюша, ты хороший и послушный. Не всегда у них такой, то хороший, то плохой. Молодцы, ребята! Вы подарите веснушки вашей подружке! Это просто чепуха. Я вас сейчас научу, детишечки, как быть хорошим и послушным. Если руки за обедом вы испачкали салатом и стесняетесь о скатерть пальцы вытирать свои, опустите ваши руки. Вы под стол незаметно и вытирайте ваши пальцы от соседские штаны. Нет, ну вы посмотрите, разве так можно? Ну вот опять. Терпению моему приходит конец. Да. Убирайся ты, кабафаяси. Даже пошутить не дают. А я, между прочим, розыгрыши и шутки очень обожаю. И если что, даже могу вам помочь. Ну что, ребята, оставим шипоклятку у нас в гостях? Нет. Ох, нет. Можно? Да. Ну ладно, ребята, уговорили. Ну тогда пришла пора вместе с нами поиграть. Раз, два, три, беги! Yeah.
Вот, наконец-то мы разобрались. Ребята, внимательно запоминать свою маму. Слушай, Виктория, свой цветочек. Слушай, Виктория, запоминаем свою маму. Цветочек. Ребята, слушаем внимательно. Слушаем условия. Когда спокойная музыка, мы ходим хороводом вокруг своей мамы и своего цветочка. Когда музыка быстрая, мы начинаем меняться местами. Так, бегаем по всему залу. Мамочки стоят. Когда музыка, все дети заснули, музыка тихая и спокойная, дети лежат, спят, а мамы быстренько меняются местами. Потом мы хлопаем в ладоши, найди свой кружок, и мы находим свой кружок. Медленно хороводы вокруг. Я желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Посмотрите на своих детей. Какие они красивые, счастливые, добрые, воспитанные благодаря вам. Вам огромного терпения, огромного здоровья. Спасибо вам, родные, что вы у нас есть и помогаете нам во всем.